В Ульяновске официально дан старт 4-й Генеральной Ассамблеи Всемирной Организации Электронных Правительств, Городов и Местной Власти, а сокращенно просто ВИГО. Принять участие в тематических сессиях и пленарных заседаниях съехались представители 115 городов со всех континентов. Международная организация объединяет города и страны, которые заинтересованы в преодолении цифрового неравенства. Главная тема Генеральной Ассамблеи звучит как «умный и устойчивый город для каждого». Основными задачами организации считаются изучение и сбор лучших мировых практик в области электронного правительства. Участие во Всемирной организации электронных правительств и местной власти – имеет для нас в этом плане неоценимое значение. Лучшие практики, лучшие инструменты оценки развития умных технологий, живые лаборатории, экспертная поддержка – это то, что нас привлекает в вашем сотрудничестве. На первом заседании Ассамблеи гости выступили с приветственными словами. Секретариат ВИГО озвучил свой доклад о деятельности организации. Обсудили и ключевые моменты – членский состав, внесение изменений в устав. В том числе был озвучен список городов вице-президентов ВИГО. В их числе города Судана, Китая, Палестины, Индонезии, Испании. Россию уже будет представлять Ульяновск. Дарья Судрева, Руслан Баталов, Новости Ульяновской правды.